Однако, здравствуйте, с вами Камиль, мы продолжаем прохождение Dark Souls Prepare to Die Edition. Мы в Анур-Лонда, городе богов, и продолжаем идти вперед. Но прежде чем мы пойдем вперед, я хочу кое-что проверить. Мы вот в прошлой серии повернули этот рычаг, и сейчас куда он ведет? Вот нас, тут же два уровня платформы, и они что-то соединяют обе. Вот в данный момент она что-то соединяет, нижняя часть, или нет? Что-то с чем-нибудь. Дает куда-нибудь пройти? Да ё, да, не зря я вперед не пошел, не зря. А тут ничего нет. О, кто-то умер. Хорошо. Да, мы попадаем в нижнюю часть этого собора, точно. Ага. Тут много у нас этих стражей. Ну-ка. Тут, собственно, лежат наши друзья, которые попадали. Давайте по одному их на себя выманивать и воевать. Так вот, попадем. Пойдем, вот плечом просто. А что, все на меня, что ли? Все разом? Парень, смотрите. Сбоку нас обходит. Просто адепт сталкера. Окей. А если еще раз? Блин, они сейчас за месяц здесь. Нет. Так, надо не расслабляться, потому что если я упаду, то мне придется все заново проходить. Нет! А нет, все нормально, там же есть срез. Вот жадность фаера сбудила, как говорится. На пустом месте сдох. Молодец. Обошли шелупонь, да. Молодцы. А, я еще забываю сходить, собственно, в птичку. Надо на потом. Отношения снова. Пока у нас есть человечность, можно возрождаться сколько хотим. Ну как сколько хотим? Сколько человечности есть. Надо просто стараться не умирать. И побежали. Гаргульи возрождаться не будут. В принципе, этот костер можно запомнить, потому что от него мы будем бегать много-много раз. Много-много раз. Даже больше, чем много. И этот лифт. И все. Анур-Лонда не прощает вообще ничего. Так, лифт едет. Сейчас мы как прыгнем. Оп. Едем дальше. Точнее, обратно вниз. Живописненько. Кстати, насколько я помню, смотрел видео по ремастеру то ли Demon's Souls, кажется, или это ремастер Dark Souls первой части, что хорошее было решение, или это, наверное, ремастер Demon's Souls, что они добавили игроку такой фонарик на поясе, что объясняет свечение вокруг игрока. Хороший ход, я считаю. Потому что здесь все-таки свечение вокруг игрока, оно такое довольно странное. Странно необъяснимое. Можно сказать, что это наша душа, пламя нашей души. И все на огне завязано, на пламени души. Но это как-то слишком поэтично для Дарка. Чересчур. Да, спиралевидные лестницы. Хорошо. Пойдемте развалим этих ниндзей. Я вот недооценил их скорость и собственную уязвимость. Ну, как бы и длину своего меча. Да, мой меч еще не такой длинный, как хотелось бы. Смотрите, вошел, блин. Шоу пони. Оп! Бум. Но недостаточно. Умный, но не совсем. Кстати, эти косы какие. Интересно. Следующий. Подходите. Блин, ну не все же вместе, ребят. Не все вместе. Их надо убивать так. Каким образом это мне попало? Отлично, два сняли. Второго не сняли, к сожалению. Окей, второго сняли. Остался последний. Это не крутись, хорошо? Ну ладно, бэкстеп не получилось. Да хорош. Не надо. Какие-то неуязвимые со спины. Пацаны мощные. Так, тут нас тоже ждут, да? За углом никого нет. Здорово, парень. Пойдем. Поговорим. Бэкстеп. До свидания. Так, не упал. Ну, не могу я пройти мимо метательных ножей. Жаба душит. Теперь здесь. Здесь у нас упавшая люстра и плюха от нее некая. Вон, побежало тело. Там еще одно меня обходит с фланга. Это зря так. Слушай, скрик, бум. Не
Восстановим выносливость и будем бить. Грози вот это. Это мы так развалим. Кайф. В принципе, к врагу приноровиться в дарке можно. И когда ты к нему приноровишься, все становится хорошо. Волшебство, большое оружие магии. Хорошо, почитаем, что это за оружие. Чуть позже, когда закончим с ними, с этими ребятами. Чужой. Не-не-не-не-не-не. Надо немного восстановить выносливость. Мы уже один раз что-то проходили. Я не должен умереть просто с первого раза. Не надо прыгать, не стоит. Эй, ну некрасиво. Я же не хилюсь. Он снес мне почти всю выносливость. Своими прыжками. Так, говорят, нет? Вроде нет. Я подхилил. Черт. Давайте почитаем. Что за большое оружие магии? Улучшает оружие магии. Сильно изменяет оружие в правой руке. В Винхеймской школе драконов это заклинание могут считать только мечники магии, выполняющие собой поручения. Хорошо, значит, там наверху погиб маг. Мы знаем, мечник маг. Ячейку использует. Ну, параметр веры, так, волшебство, это интеллект 15, значит, нужно, да? Интеллект же 15. О, веру? Или что? Нет, интеллект. Интеллект. А можно, в принципе, интеллект качнуть до 15 и качать свое оружие магией. Почему бы и нет? Мы же можем. Можем. Будет у нас такой мультикласс. Я, в принципе, не настроен играть чистым мечником. Я всегда им играю просто обычно. Так, ты один здесь? Я вот не верю, что ты один. А посему... Ну да, ну да. Прощай. Ну ты, кажется, действительно один. А тут у нас шлемы из черного железа. В принципе, доспехи черного железа. Это доспехи железного Таркуса. Которого мы призывали на помощь в битве с големом железным. И вот, собственно, он прошел в город богов. И дошел аж сюда. Доспехи железного Таркуса. Рыцаря, чья сила вошла в легенды. Выкованный особого черного железа, обеспечивает надежную защиту, особенно от огня. Из-за большого веса его может использовать только сам Таркус. Ну да, весит она дофига. Давайте я вам ее покажу сейчас. Ну, к сожалению, Таркус здесь и остался. Может быть, он упал сверху, просто потерял равновесие от броска метательного ножа. Может быть, просто, не знаю, посмотрел вниз и упал по совершенно естественным причинам. Но так или иначе, он погиб абсолютно... безвестным, ну не безвестным, бесславно погиб. Его труп хранители картины тащили в угол зала и забыли про него. Давайте оденем его в сет, посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, надо доспехи поукладывать, я и забыл, что они у меня есть. А тут нет ли здесь еще большой меч и черный щит? Замечательно. Можно их тоже одеть. Большой меч. Один из самых больших прямых мечей. Лишь немногие могут орудовать этим невероятно тяжелым и смертоносным оружием. Излюбленное оружие железного Таркуса рыцарей Береника, одетых в тяжелые доспехи. Да, я знаю, что не могу махать нормально. Черный щит. Большой щит великого рыцаря Таркуса, изготовленный из особого черного железа и тяжелее даже осадных щитов рыцарей Береника. Особенно хорошо защищает от атак огнем и эффективен для нанесения ударов. У него стабильность 71, выше, чем у нашего. И он, в принципе, мощный. Но я не могу его таскать в одной руке. Видите, вот такой вот железный Таркус. Был. В своей броне. Хотя оденемся обратно в нашу легкую, весьма легкую броню. Так, вот тут была куртка странника. Здесь, в принципе, сет странника. Крайний странник. И здесь черного колдуна, подождите. Сапоги секретный колдун Винхеймской школы драконов. Они тайно работают над звуковыми заклинаниями, никогда не обрушат себя. О, так мы нашли сет ассасина Винхеймской школы. Интересно. Ну она просто черная, что? Накидка скелетных колдунов. Да-да-да. А здесь у нас огромная картина. Огроменная. Устройство не поддается. И там кое-что есть. Но к этой картине мы придем гораздо-гораздо позже. Сильно позже. К ней, в принципе, можно не приходить. Но это, по сути, секрет. Но мы обязательно сходим. Позже. Все позже. Когда у нас будет ключ от этой картины. Странная кукла нужна для того, чтобы это устройство поддалось. Но где эту странную куклу искать, я не помню. Будем просто искать все. И рано или поздно найдем, я думаю. Кто ищет, тот всегда найдет ведь. Так. И
скоро. Да. Так, что у нас дальше будет? Дальше лестница, потом поход направо вдоль стены. Да, потому что там будут ворота, они будут закрыты благополучно. Куча горгулей, которые нас хотят убить. Они еще электричеством стреляют. Такие электрические горгулечки. Но, слава богу, они не такие бронированные, как их сестры. А здесь у нас сразу два стража, и нужно их выманивать по одному, потому что если не выманить, то нам будет борода. Такой шум был, будто бы знамя живые выехали, знаете. Так, постреляем немножечко. Совсем чуть-чуть буквально. Ну, пожалуйста, родной, хочешь обратить на меня внимание? Не хочешь, да? Можно такого расстрелять? Ну, то есть, ну, блин. Джойстик, будь добр. Здесь нормально. В принципе, урон мы наносим. Чего бы нет. Простимся, первый проход здесь. Выпустить десяток стрел, это не так-то и сложно. Факт. Можно ему на один удар оставить, потом пытаться зарашить, но я боюсь, что у нас зафлангует парень слева. И мы огребем. Что, в принципе, не очень хорошо. Потому что огребание, значит, нам снова нужно будет бежать сюда с самого начала. Так, еще и выстреливают сюда. Прощаем. Сколько за них дают? 1500? 1500. На них можно фармить. Потому что они достаточно простые противники. Ой, я щит не тот надел, кстати говоря. Так, хорошо. Все, разбиваем. Да как я промазал? Ну, это же невозможно. Ой. Давай уже, парень. Хорош. Конец. Давайте я не на щит обратно. Автомате дело орлины. Сюда мы пройдем? С этой стороны не открыть. Не пройдем. Значит, идем направо. Что эти ворота нам точно не открыть с этой стороны. Заперт при помощи устройства. Ну, естественно, руками такие ворота вряд ли можно открыть. Даже если ты избранный мертвец. Здесь открытые ворота. Смотрите, какие огромные. Им и в них маленькая калиточка есть. Потому что в городе богов жили как люди, так, собственно, и боги. Существа с силой душ. Размер которых превышал размер обычных людей. Ну и стражников, естественно, тоже надо было ходить, видимо. Так, здесь у нас... Есть что? Закрытые двери, но они, кажется, будут открыты позже. Возможно. Нами. А может быть и нет. Давайте берем нашу. А, я же хотел еще пламя пиромантии взять, собственно, хаотическое. Я забыл. Так, раз. Все, убили, молодцом. Теперь ты. Разок. Прощай. Лучше так, чем разбираться с ними в ближнем бою, потому что они те еще твари, с кем они клонят. Давай-давай, роднули. Пойдем, иди сюда. Давай. Ну ладно. Я лучше умру, чем столкнусь с тобой. И тут снова начинаются походы по крышам просто, ну, ей-богу. Если вам было недостаточно тех карнизов узких, то здесь будет еще, и более того, здесь будет веселее, потому что по нам начнут стрелять. Роднули. Ходить будете? Давайте по одной. По одной. И ближе. Ближе. Нет, мы сейчас русаклим. Черт. Ой, как не больно. Будет совсем электричество, как-то сидеть. Надо отходить, надо отступать, чтобы они шли за нами. О, одна упала. И это хорошо. Вам там лупить никто не собирается, да? Пока. Ой, давайте подхилимся. Пойдем так. Я удивлен, почему я не слышу грохота стрел, которые фигачат по мне. Потому что здесь по нам уже фигачили стрелами. Попадай по мне? Если так стрелять. Видимо, не попадают, да? Как их пушбэчат-то, офигеть? Так, ну ладно, пойдемте в ближний бой здесь. Нужно воевать. Да ё-моё, ну тут некрасиво, родная. Что я делаю? Почему я взял катану вместо щита? Так, прокидываемся. Теперь. Вот теперь по нам будут стрелять точно. Видите, вон парня. Уф. Блин, артиллерийские снаряды нас летят. Это второе худшее место в игре. Так, что он делает? И там слева еще один парень. Мы должны... Как?
Так, как мы действуем? Мы забегаем наверх, потом бежим налево, одного выносим, бежим направо, выносим второго, вроде так. Если будем слева, то право по нам стрелять не сможет, кажется. Так, кажется, так должно. Ладно, давайте побежали. Нужно бежать вперед так, чтобы нам дали стрелы. Ой, как страшно-то, офигеть. Очень страшно. Если стрела в нас попадет, нам конец. То есть она может не убьет нас, но она точно сбросит нас вниз. То же самое, да? Потому что он не очень точный еще. Так, все-таки это надо будет развалить первым. Нет, 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 она попадает, да? Нет, наверное, попадает. Да хорош, ну блин! Ну чуть-чуть пурбачил. Ох, обожаю это место. Сколько можно? Какое плохое место ужасное. И он упал. Замечательно, замечательно. Хорош, хорош уже. Это ванна, отлично, ванна место. Не-не-не-не-не! Ой, тебе на второго развалить. Потому что мы сюда не скоро вернемся. Вот я. Не-не-не-не-не. Да хорош уже, твою уметь-то, господи! Вот теперь осторожно. Я боялся, Хорош. Как она это делает? Да нет, 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 мои души! Я... Ну блин, ну таргет сбился, таргет сбился! Тысяч. Кажется, я всегда теряю здесь минимум 30 тысяч. Нишка компьютер. Ну бред! Ну ты сколько надал? Случайно получил. Да твой два раза! Копье. Вырезать спасение демонов. Ему нужны мелкие демоны и летучие мыши. Оружие обитателя Норлонда отличается от того, что используют другие демоны хаоса и заряжено молниями. Ну неплохо, что сказать. Выск в Нормандии просто раунд 3. И нет, Гетконг. Просто они. Джонни, они на стенах! Нельзя медленно. Только вперед. Только вперед. Нет! Место мне не дается. Ну не хочет даваться. Это будет серия 15 минут длиной. Где я на самом деле бегал час. Ненавижу. Оп, сзади вошло в меня. Стрела драконоборца, ну спасибо. Ну спасибо. Сейчас самое главное не нажать ни ту кнопку, не навернуться куда-то просто куда не надо.
Так, душа героя, это вообще не то, что мне нужно было. Что я ожидал здесь увидеть за все эти страдания, которые я перенес. Ну ладно, окей. Я, честно говоря, полагал, что здесь нечто гораздо более полезное и ценное лежит, но, видимо, нет. Видимо, нет. Так. Хорошо, все, наконец-то, ура! Аллилуйя, братья, аллилуйя. Какую музычку поставить под бега? Под беготню. Ой. Ой, я помню здесь, как мне... Вот это место, кстати, это... Известная PvP-локация, вроде как в первом Дарке. Я помню, что ко мне сюда постоянно какие-то читеры лезли. 999 уровень, у них бесконечное практически здоровье, выносливость, глупят маги, и это было ужасно. Здравствуй, Солер, друг мой. О, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature. Конечно, Солер, конечно. Зову, когда вижу. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Спасибо, камрад, спасибо. Что еще скажешь? You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. подшутил, Солер, да, молодцом. Что еще скажешь? You really are fond of chatting. Понятно. Все, давайте посидим. Так вот. Вдохнем. Получаем левел. Что мы хотели? Я хотел качнуть интеллект, кажется, чтобы можно было бегать с оружием магии. Давайте сделаем. Чего бы нет? Пока поменяем, кстати, ячейки. Да, не, поставим себе большой огненный шар хаоса. Вот. В принципе, всего 4 использования. Ну, посмотрим, как это будет работать. На этом я предлагаю закончить. Потом в следующей серии я окончательно измотался, бегая туда-сюда по Норлонду и по этим крышам. Стрелы мне будут сняться в кошмарных снах. В который раз я про них забываю после каждого прохождения, а потом вспоминаю снова как травмирующее такое воспоминание. Так что да, все, время отдохнуть. Всем спасибо, удачи и пока.